Анастасия. Ребята, мы вас ждем на сцене. Сегодня на концерте. А если нет, Ирина Александровна, кого-нибудь из представителей клуба детского творчества «Белая ворона»? Никого не видно? Это вам, Анастасия Владимировна. А также... Хочется, наверное, Анастасию Владимировну не отпускать, а передать через нее благодарственное письмо директору Светлане Анатольевне, если ее здесь нет. Наверное, решает важные дела государственной важности. Аплодисменты, благодарственное письмо директору школы.